Всем привет! Всем привет, мои друзья! Сейчас кушать буду готовить. Кушать хочу жестко. Буду колбасу жарить. Привет всем. Привет, девчонки. Девчонка, девчонка. Ты что, голодный? Да. Ну там котлеты есть, ты что ты? Котлеты есть? Да. Давай, хорош. А? Я в эфире. Тысяча. Сейчас тебе. Привет, всем привет. Сразу вопрос давай, жги. Спасибо. Выруби свет. Сразу вопрос давай. Приветик, всем привет. Ну, батя, красава. Котлеты. Просто. Просто это лучший бой. Батя делает лучшие котлеты. Пост про девочку, да, обещал. А ты мне писал разве? А я даже из коробки сюда. Блин, такие вкусные котлеты, что их надо их по чуть-чуть разогреть. С работы не только вернулся. У меня 8 работ заканчивается. Я не качаюсь вообще. Не занимаюсь вообще. Много вещей на мне. Извините. Сейчас колбаску себе поджарю. Так, Соня, Соня. Соня. Описалось мне, что-то я не видел. Нельзя, Соня. Кошка, Соня. Мне 25 лет. Я работаю, неважно где, на обычной работе. Меня устраивает, я рад, что я работаю. Идем. Нельзя, Соня. Сейчас буду жестко обхаваться. Батя мне еще подогнал котлет. Вообще огонь. Клевер 4-листный. Нельзя, Соня.
Не хочешь обратно? С ребенком. С папой жил, да, ну не с папой жил, а у папы пока. Сейчас сниму хату, скоро. Не мое это жить с папой. Хорошо, конечно. Соня, нельзя, я сказал. Как дела у кого, кто что делает? Кто сегодня что делал? Я так рад, что я работаю, потому что я не мог дома сидеть просто тупо. Не моя движуха. Все, меня батя устроил на вот. Вообще красава. Девушки нет, у меня... Ну как сказать? Жарю колбаску. Да, колбаску, конечно. Да я худею. А я вот выпивки включился, запах не будет. Кто что делает? Кто кушает на ночь? Кто кушает на ночь так же, как я? Всем привет. Батя, конечно, очень вкусно делает котлеты. Прикиньте, я вообще не занимаюсь.
котлетки. На троллейбусе нормально. Не с ножа, я не верю в пример. Спасибо огромное всем. Побрей ножом лобок. Зачем? Прическа идет больше, не согласен. Как получилось, что опять на дом 2 попал? Ну, не знаю, как-то. Особых трудов мне это не доставило. Спасибо огромное, девочки. Как работать? Да, нравится очень работать. Алена, что? Больше цепей. Все, сейчас буду кушать и разговаривать с вами. Когда я кушаю, надо снимать такие вещи.
кто что делает, все и понеслась. Спасибо огромное всем. Что думаю про Никиту Барышева? Никита Барышев мой фэн number one фэн baby. Я не занимаюсь, ем жареную колбасу, да, все правильно. Потому что знаете, кто я? Дочка не вижу. Есть ВК, я да. Ссылка в шапке профиля Инстаграма. Спасибо, Кристина. Алена беременна? Ну, скидывали мне, да, что-то. Люф, тебе бы девочку, чтобы разработать сначала и кушать. Да, конечно. По очереди можно. То она меня с работы съезжает, то я ее. Германия, привет. Привет, Малика. Как дела твои? Скажи ко мне. Как я губы делаю? Я просто кушаю.
Я всегда так кушал. Все, пойдем в комнату, я поем. Дом 2 только что видел. Так угорал. Короче, подведу итоги. Батя мне дал, там было котлет 7 или 8. Я съел 8 котлет, пол батона колбасы и одно яйцо. Уже съел. Хорошо мне сейчас просто. И губы сразу. Как вкусно. Как на ночь не надо, а когда надо? Утром? На уме? Не знаю. На доме смешного? Да смешного-то там ничего не было, в этом это печаль. В этом я печаль вся. Надо будет с утра помыть посуду, короче. Сейчас реально впадло жестко. Не хочется аппетит портить. Что было на доме 2? Привет, всем привет. Письку не буду показывать. Привет, соска. Соска сосать будешь? Знаю, что будешь отсасывать жестко. Почему я так быстро ушел? Ну, к семье ушел, вернулся. Да, соска, я был там 3 года. Хуем по лицу и промеж зубов. Нет, от меня беременный может быть только один человек. Но это не так. Влюблен я ли я сейчас? Не знаю. Может, я всегда влюблен? Future Lab. Хочешь, залетай в падик. В подъезд залетай, хочешь? В подъезд залетай. Реально. Братка, быстренько залетишь и пойдешь с падки домой. Попиздим по чуть-чуть по этому, блядь. Поугараем. Нет, я в Санкт-Петербурге.
Санкт-Петербурге я уже давно. Малыш. На что ответить? Брон, беру, как будет время, закатим, пока мама... Братан, ты залетай, я что не говорю, тусоваться, залети просто на 10 минуток, типа мы пиздим просто, блядь, что-нибудь расскажешь мне забавное, да поспать пойдем. Я даже не буду из дома выходить. Не ко мне в подъезд, в пазе, ко мне, у меня пахан спит, уже нельзя. Погуляли бы, можно погулять, почему нет? Мне скучно, я один постоянно. Так хули вок связь-то, ёптать. Что-то... Кирюха Хорев хочет добавиться. Во сколько просыпаюсь? Просыпаюсь... Я рано сюда просыпаюсь. Могу в 6 проснуться, могу в 8. 8 максимум. Я не могу спать просто тупо. Я не люблю спать. Охуенное тело, охуенный член. Спасибо. Спасибо, соска. Ёбаная соска, блядь. Простите за мат. Соска просто. Моя соска личная. Специальная соска по жизни. Мозги не пилят, нет, почему? Нет, я просто сам, типа, не особый любитель с родителями жить. Мне надо уединение, типа, каждый день. Сейчас я просто на работу устроился, буду снимать хату. Че, я уже работаю неделю? Мне нравится. Мне нравится, классно. Мне вообще кайфую за то, что я работаю, отвечаю. Вообще, мне нравится. Нормально, я пахал, не знаю, может, что банан заточить. Рима там пришла. Куда устроился? На работу, на обычную. Планируешь повышаться по карьерной лестнице или у тебя... Не знаю, может быть. Ну, блин, если там есть, она вообще надо понять, что это такая женская, блин. Блин, пирожные там такие в холодильнике. Ух, бля. Да, правильно, Малика. Кошка Рима, все верно. Алена дом купила. Нос мне утерла. Бродяга. Я живу на Петроградской. Ты на парке Победы. Ой-ой-ой. Пирожное в штанах, да. Это твоя любимая пирожная соска. Твой любимый эклер. Который никогда не кончается. Бесконечный эклер. Мечта любой соски. Смешные вопросы. Дон Великий. Но не для меня.
Потому что он меня хочет. Как дела? Дела бомба. Очень хорошо дела. Привет, Казани. Сильный город. Душевный. Hello, Наташа. Малая. Блин, пить хочется что-нибудь, лимонадика какого-нибудь, блин. С Кэмом мне не общаемся. Собака нет, моей собаки. Нет у меня больше собачки. У меня квартира пятикомнатная, в которой в данный момент живу. И в каждой по 4 окна. Мистер Вайнер, блядь. Тебе говорят, что ты очень похож на актера из фильма «50 оттенков». Я не смотрел этот фильм. Чем я на него похож? Похожих на меня не существует. Такой только один персонаж. Голосовать за или против поправок будешь в Конституции? Я не буду вообще голосовать. Это бессмысленно. В Питере, да, белые ночи скоро уже начнутся. Ну ебу, трахаю, ладно, не занимаюсь любовью, я точно, он отсосет рядом, он отсосет у меня, когда я буду это делать. Актер этот. Харизмой, внешностью. Спасибо. Но я думаю, я посильнее буду во всем. Так, ладно, в комнату идти. Яблочко. У пахана яблочко. Нет, друзья, у меня. Мне нет друзей в Питере вообще. Да, мне завтра на работу. Шизофрения есть, конечно. Да, я доволен своей жизнью. Очень даже. У меня есть знакомые, типа, я сам решаю все вопросы здесь. Мне виднее, да, в чем я посильнее, это точно. Во всем.
Ягоду помыл. Бля, я думал, они мытые. Ну ничего. Ёб, да что здесь еще есть? Это не яблоки, ты прикинь. Это вот что. Вот это просто взрыв. Какой лучший друг, он упырь вонючий. Лох ебаный по жизни. Мне 25 лет. Все, ладно, пожрал. Еще хочу жрать. Прям хочу. Я на месте. Вам очень интересно смотреть, как я ем. Я очень рад. День, как прошлый, я работал. С 10 до 8. Как, в общем-то, и завтра. Я знаю, что ты меня хочешь, соска. Ты даже уже кончила. Спасибо, Атван. Кушаю яблочко. Илья, прекращай играть в супермачо. Бери за мозги. Они у меня есть. Я не играю, малыш. Я такой. Ноги не показал. Приятно смотреть, спасибо. Спасибо большое. Почему решил заменить стрижку? Не знаю. Но я очень рад. Добьешься лучшего детишек, спасибо, я знаю.
Спасибо, Кристина. Секс первый в 17 лет, наверное. Где я могу работать? Дворы мету. Ну, точно. Правильно. Откуда ты знаешь, тебе кто-то рассказал? Бабки скинешь, давай. Кидай. Ответь за слова. Да хотя, ну, как хочешь. Спасибо, Кристина. Спокойной ночи тебе. Покажи ширинг, скидывай бабки, сейчас покажу. Делал ли я кому-нибудь? Делал, конечно. Конечно, делал. И делал это лучше всех. Красивый, да только без бабла вам сучки не нужны. Ну, как кто суть? Я чуть не понял даже, если честно. В инсте предлагают что-то рекламировать. Да, предлагают что-то. Но я особо не соглашаюсь, если там друзья попросят что-нибудь такое. Могу исполнить. Евгеша, привет. Мы знакомы с тобой? Не понял я. Когда я стал твоим хорошим? А сколько времени ты спать? Сколько? Ух, уже час ночи. Что с глазом? Каким? Так, просто спать хочу. Спатеньки хочу. Да не важно, что я обычный человек. О, дом 2 идет, сейчас поугараем. Когда в Тай? Блин, я бы... Я бы съездил, конечно, честно. Но пока нет возможности. Веранды, когда в Санкт-Петербурге открою, то что за веры, какие веранды? Их тут много. Чё ты смеешься? Труба. Чё ты смеешься, Ариш? Тебе, Кис, я тебе прочитал то, что я тебе последнее написал? Ты будешь смеяться тогда, когда он будет в твоей глотке. Почему ты такой ебанько? Ты хочешь больше не увидеть эфиров моих, глупыш? Соска твой? Нет, ты что-то попутал. Не продолжение рода, а продолжение урода. Суки ебаные. Петушки, черт, черты вонючие. Я пошел есть охуенный хавчик. Сейчас, короче, секунду. Кафе. Ну, здесь что-то открыто уже. Много чего уже открыто. Очень боишься не увидеть. Я знаю, что очень боишься не увидеть мой эфир. Это твой самый большой страх. В твоем горле, ну, блядь, ты... Не, он будет вон у Трубаевой в горле, хуй мой. И она будет умолять, чтобы он не задохнулся от удушья. Трубаева, соска моя.
Но она где-то в Европе. Это моя Трубаева, моя европейская соска. Если я езжу куда-нибудь, она мне сосет. Нет, с рапой нет, нахуй не общаюсь. Залупы у тебя нет. Глупая девка. Глупая сука. Мы с тобой, если когда-нибудь увидимся, если я буду свободный, я тебя просто обкончаю все лицо нахуй. Но я думаю, вряд ли я буду свободный. Короче, честно говоря, что могу сказать? Расскажи лучше всем, как такой, как ты, что? Молодец, и вышел в нормальный путь жизни. Спасибо огромное. Я только на ролики в Телеграме гораздо. Да. Я тебе рот порву просто, если опять же буду свободный. Ну ты когда мою сперму вкусишь, ты как бы поймешь, ты просто только ее будешь глотать. У тебя, видимо, так рано кризис, раз ты решила опуститься. Че? Приятно смотреть, спасибо огромное. Узнал, что Алена другого беременная и зла. Нет. Я не злой. Хуила точно, да. Такого хуила ты никогда. Ну, если только мой увидишь, когда-нибудь сказать, блядь, над членом набью по лицу, блядь, по щекам по твоим, блядь, наглым нахуй. Просто тебе как, блядь, дубинкой тебя, блядь, ты, сука. Губы, блядь, все будут красные, блядь. Все лицо синее. Это не хейтерша, соска. Это такие же, ну не такие же соски, как ты. Это европейская соска. У меня в каждой стране есть соска. Тайская соска, европейская соска. Я их лучший мужчина за всю их жизнь. Я питерский заплёт. Мне что сейчас начнёшь про тебя рассказывать? Тут всякую правду? Ты лучше рот прикрой свой. Лошарка, блядь. Толстые щёки? Да, у неё толстые этой суки щёки. Сучара, у неё всё толстое. Ну как, мне нормально. Из Брянска. Привет, Брянску. Алёнка. Что значит, что за разговор? Это сука начала. Да ты угорать будешь, когда мой член у тебя в жопе будет. Ладно, это я уже шучу. Ну как шучу? В каждой шутке я доля правды, но... Смотри, у меня реклама пошла. Конечно, я забавный, мэн. Мэн, гадэйн. Yeah.
Иди малого передернем, что такое угрюмый. А чего угрюмый, зай? Ты сама начала первое. Со мной же нельзя так разговаривать, я же не твой мальчик. Или там мужчинка. Не забывайся просто, тогда буду с тобой разговаривать. Хорошо. Малого передерни. Ты моего малого, ты даже залупу не сможешь взять мою в рот. Как и никто не смог. По сей день. Даже по яйца не сможешь. Да да, какие по яйца, даже половину не засунешь. Цепь я вон она засуну. Не надо меня оправдывать, я всегда был таким. Просто я разный. Я в отношениях один, в семье другой. Ты не возьмешь никогда мой хуй в рот. Во-первых, потому что ты не держишь слова, во-вторых, потому что не сможешь этого сделать. Спасибо. Так это, наверное, Басков и есть, что ли? Это Басков, это рассказывает? Да Басков в натуре. Ну да, по судя по словам, сблизкают стразы, блядь. Ефремов? Кто такой Ефремов? Не понял, не понял. Батя, ништяк, спасибо огромное. А ты где? Коронавируса нету у нас. Самоизоляция, лежал со сломанными ногами, блядь. Так Future Lab, ты заебал, вот ты, сука, до сих пор здесь. И, блядь, ты зайди на 10 минут, посидим, поугараем, да спать. Пиздец, я уже успел и пожрать, и чуть-чуть, блядь. Всем спок. Ну давай. Ноги сломал, да, блин, упал. Шаловливый по разу. В 7 утра у меня подъем, ну тоже в 7-8. Усики — это проход в трусики, поэтому я их не люблю. Будешь хайпиться, ты будешь сосать хуй. Все, я с тобой больше не общаюсь. Когда выполнишь обещание, тогда пообщаемся. Соска это соска. Кузин Женя нормальный парень. На своей волне, мэн. Поэтому он меня симпатизирует.
Бля, какая же ты пошлая тварь. Просто омерзительная пошлая сука. Да, ты, конечно, в сексе, наверное, не знаю вообще. Ну не, ну то же самое все будет, как всегда, короче. Не, ну ладно. Мне всегда хорошо было. Град был в Питере. Ну, не знаю, я был в Питере, выходил на улицу, что-то я не заметил града. Спать-то хочу, что вообще. Кто для меня женский идеал? У меня очень разный вкус. Мне разные девочки нравятся. Мне нравятся необычные девочки. Я потрясу за лупы. Когда ты язык вытащишь, я потрясу за лупы по нему. Спасибо, тебе тоже всего доброго. Эфир закончится.